Звонок якобы из службы безопасности банка, сообщение о родственниках, попавших в беду, и взломы социальных страниц. Ежедневно на эти уловки попадаются десятки граждан и лишаются своих денежных средств. Особенно страдают от таких махинаций злоумышленников пожилые люди. Чтобы уберечь жителей Мордовии от беды, полицейские провели акцию, которая так и называется «Осторожно, мошенники», и раздали памятки. В них подробно описываются правила безопасности. Сохранить свои средства и нервы просто. Для этого достаточно никому не сообщать персональные данные банковской карты, изучать информацию о продавце, если намереваетесь совершить покупку через интернет, не устанавливать сомнительные мобильные приложения и не торопиться переводить деньги по просьбе незнакомых лиц. Информация доступная, но в критический момент она может легко вылететь из головы. И закончится это все заявлением в полицию. Профилактические рейды – хороший способ закрепить полезные знания, а бумажная инструкция поможет время от времени освежать их в памяти.